Продолжаем. Сейчас хроника происшествий, в студии Роман Ярыгин. Тело мужчины обнаружили в подъезде дома на улице Солнечной в Кировском районе. Человек лежал на лестничной площадке второго этажа. Личность погибшего установили быстро. Как оказалось, 40-летний мужчина проживал в этом доме и до своей квартиры не дошел всего один этаж. Видимых следов насилия на теле специалисты не обнаружили, поэтому установить причину смерти теперь удастся лишь после экспертизы. Скользкая дорога в эту ночь стала причиной большого количества аварий в Казани. На перекрестке Амирхана, например, до того, как дорожники успели посыпать проезжую часть реагентом, «Лада» 12-й модели протаранила «Вольво». Автомобили ехали по соседним полосам. Виновник рассказал, что его неожиданно начало крутить по проезжей части, и отечественная машина врезалась в правую сторону иномарки. От удара «Вольво» врезалась в бордюр. В отличие от «Лады», иномарка смогла покинуть место ДТП лишь на эвакуаторе. Серьезная авария произошла сегодня ночью на перекрестке улиц Чистопольской и Декабристов. «Лада» 14-й модели на огромной скорости протаранила несколько автомобилей. Владельцу отечественной машины вызвали скорую. Увидев, во что превратилась легковушка после удара, врачи пришли к выводу, что пострадавшему крупно повезло. Владелец «Лады» находился в сознании. Более того, из своей раскуроченной машины он смог выбраться самостоятельно. Все потому, что сила удара пришлась на пассажирскую сторону 14-й. И повезло, что в салоне во время столкновения, кроме водителя, никого не было. Он оттуда ехал, да. На какой свет? На зеленый свет. На зеленый свет, и говорит, я оттуда ехал, говорит. Ну, этот «Инфинити» оттуда. То есть, получается, для иномарки он был красный? Говорит, что да. Хотя владелец 14-й модели утверждает, что ехал на зеленый свет, молодой человек на «Инфинити» также настаивает на своей невиновности. Говорит, в подтверждении инспектором ГАИ он якобы даже готов предоставить запись с камеры видеорегистратора. Сгорелся зеленый и весь свет поехал. Эту машину не видели вы? Эту машину вообще, она получается, я с крайнего ряда же шел. Поворот как раз сюда. А этот, получается, как раз шел с той стороны. «Лада» ехала по улице Декабристов, «Инфинити» наперерез. После мощного удара обе машины выбросила на встречную полосу, где легковушка на скорости еще задела стоящий Nissan. Остановиться 14-я смогла лишь через несколько десятков метров. А вот машины на таком большом расстоянии друг от друга оказались. По какой причине-то? Потому что большая скорость была у человека. Гнал он? «Лада» восстановлению не подлежит. Если ее владельца признает виновным в ДТП, молодому человеку еще придется искать деньги на капитальный ремонт паркетника премиум-класса. Ведь выплат по автогражданке будет явно недостаточно. Гололед стал причиной еще одной аварии, которая произошла сегодня ночью на проспекте Юмашева. «Приора» протаранила стоящий на светофоре «Рено». Виноват в случившемся владелец «Лады». Молодой человек не учел плохих дорожных условий и не выбрал безопасную скорость. Когда заметил стоящую впереди иномарку, ударил по тормозам, даже дернул ручник, чтобы хоть немного изменить траекторию движения неуправляемой машины. Но все же протаранил иномарку. По словам владельца «Рено», в последнее время ему вообще не везет на дороге. Он еще не успел отремонтировать свою машину после предыдущей аварии, как угодил в новое ДТП. Неосторожный маневр водителя привел к аварии с участием сразу четырех машин. На улице Лаврентьева столкнулись три иномарки и «Лада» 12-й модели. Любопытно, что отечественный автомобиль предполагаемого виновника ДТП получил незначительные повреждения, чего нельзя сказать об остальных машинах. Молодой человек на «Шевроле» в этот вечер только приехал в Казань в гости из набережных Челнов. Без аварии в столице республики он проездил всего несколько часов на третьестепенной дороге, обычно пустынной. В ночное время суток он протаранил три автомобиля, а все из-за владельца «Лады» 12-й модели, который пятился задним ходом с обочины. Я, получается, выезжал, да посмотрел, то ли он в столб не попал, получается, то ли что. Я вправо больше смотрел, блин. Откуда он летел, то ли летел, то ли что, слышал, только и все. А его вы даже не видели? Вы. Нет. Потому что было свободно вообще. Я так, оп, я только назад смотрел, блин. Небольшого касательного удара хватило, чтобы водитель автомобиля «Шевроле Круз» потерял управление. Машина на всем ходу протаранила иномарки, припаркованные на противоположной стороне дороги. Это вообще все моментально, прям секунды. Я даже не понял, что произошло, если честно. Еще подушка стрельнула, потом вообще потерялся. Подушки безопасности сработали не только в автомобиле «Шевроле», но и в припаркованном «Киа Сид». Ну, если получается, вы будете виноваты? Сейчас ГАИ приедет, разберемся. А так за 10 лет тут первая авария. Виновным в ДТП, скорее всего, признают молодого человека на «Ладе». При движении задним ходом он должен был убедиться, что не создает помех остальным автомобилистам.
Пожар произошел сегодня днем в поселке Киндерии. Там загорелся частный дом. Пламя охватило почти всю крышу небольшого строения. На место происшествия были срочно вызваны сотрудники МЧС. Благодаря их оперативности пожар не успел добраться до жилых помещений. Когда вот крыша, бил у нас тук бил. Когда крыша поднимался, бил туком бил. А мы об этом и предупреждали. Хозяин дома рассказал, что о проблемах с проводкой он знал давно, но по какой-то причине неисправность так и не устранил. В момент возгорания в доме находилась семья из 5 человек. Все они успели выбежать на улицу. 20 минут, полчаса и все это самое сгорело крыша. Много людей было в доме, да, в момент пожара? Ну, 4, что ли, было, да? Ну, что-то я не помню. Четверо, ребенок маленький. Но никто не пострадал, да? Ну, нет. Пламя быстро охватило кровлю и деревянные бревна. В считанные минуты на место происшествия прибыли пожарные. Благодаря оперативности огнеборцев жилая часть дома не пострадала. Теперь восстанавливать придется практически всю кровлю здания. Несколько лет назад хозяин дома решил не страховать жилище. По его словам, страховая компания недобросовестно выполняла свои обязанности. Поэтому он решил отказаться от их услуг. Новый кипиш, что я положил. Новый кипиш. Когда был страхованный, был. Я туда обращался, как это называется? Это страховщик обещал. Я говорю, дайте мне чуть-чуть копейки, давай, я страхованный же. Да. Они меня мозги. У вас два фундамента неправильно сделан, туда-сюда, и нам не платили копейки. Теперь все затраты на ремонт дома полностью лягут на плечи его хозяев. Оставайтесь на нашем канале, продолжим после рекламы. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в краже инструментов. Им оказался 39-летний житель Казани. Как рассказал подозреваемый, в тот вечер он изрядно выпил и по пути домой заметил открытый сарай. Зайдя внутрь, он увидел несколько перфораторов и болгарку. Недолго думая, мужчина схватил находки и покинул помещение. Домой приехали сотрудники, они меня узнали мой адрес, вышли на меня. Я домой пришел. То есть сопротивление оказывали? Нет, я домой пришел. И я даже видел, они подъехали. Увидев через окно сотрудников полиции, подозреваемый уже знал, зачем они приехали. Свою вину он отрицать не стал и честно сознался, что инструменты из сарая соседа были украдены им. По словам мужчины, в тот вечер он сильно выпил и не смог пройти мимо открытой калитки. Зашел, там инструмент лежал. Может, если не лежал, я бы, может быть, ничего не взял. По пьяни открыл. Хранить у себя находку он не стал. Мужчина знал, где можно продать технику без документов, и поспешил туда. После этого подозреваемый спокойно отправился домой. Там его и задержали. В настоящее время по факту кражи ведется следствие. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Сейчас мужчина заключен под стражу. Разыскивается без вести пропавший Сирик Денис Александрович, 1979 года рождения. Житель Зеленодольска, который 5 марта 2016 года сбежал из Зеленодольского психоневрологического интерната. И с этого времени о его местонахождении неизвестно. Страдает психическим заболеванием. Приметы. Рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза темные, волосы темные. Особые приметы. Смуглый, ходит сгорбившись. Был одет. Черный спортивный костюм, черная куртка. Куртка с капюшоном, черные кроссовки. Просьба ко всем, кто может сообщить какую-либо информацию об этом человеке, звонить по указанным номерам. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Моя часть выпуска на этом завершена. Я прощаюсь до завтра. А далее Алексей Кулешов. Тема.